Давно вы к нам не заглядывали, рада вас видеть. И вновь доброго времени суток, вещает канал No Comments Paradox, и мы возвращаемся в Detroit Become Human. Продолжаем. Надеюсь, игра не вылетит, потому что я давно не обновляла драйвера. Вот твой, NVIDIA. Во. Эх. Почему я решила сегодня именно ее записать? Да потому что давно не виделись. Действительно давно, с последнего стрима по Детройту на канале. С тех пор я ее, по-моему, не записывала вообще. Что-то как-то... Ой, ёпрсоты. Где там? Где там секундомер? Вот. Иначе как я буду отмерять 20 минут положенные на серию? Правильно? Все время об этом забываю. Что вы не любите видео по 40-50 минут продолжительностью? Эх, чуваки. Какое чудесное начало. Эй, забыла, что мы закончили на этом. Череп как будто сверло буравит. Это точно здесь? Адрес был в рапорте. Ясно. Ну ладно. Тогда пойдем. Хэнк тоже не хочет в этот гадкий клуб. Ой, я и забыла, как оно управляется. Программный свой. Идти за Хэнком. Ну пошли за Хэнком, чё. Самые горячие кибер-девочки. Тебе поэтому сюда так приспичило? А-а. Таково расследование. Вот ведь. Приветствую в клубе Рай. Вы бы хотя делись, что ли, чуваки и чувихи. Пошли отсюда. Так. Нигде никаких улик, ничего. Хорошо, пошли дальше. Улики, улики. Так. Осмотреть место преступления. У меня же не отберут лицензию, а? Я ведь не виноват. Иди за Хэнком. Пока идет расследование, я ничего не могу сказать вам, сэр. О, Хэнк! Ну, Бен, что у нас тут? Вон тот номер. О, да, кстати... Ой, куда? Чего? Не договорили. Лейтенант Андерсон и его заводная кукла. Ну и чего вы приперлись? Мы занимаемся всеми делами по андроидам. Да ну? Зря тратите время. Тут так, придурок, который себя переоценил. Но мы все равно посмотрим, если ты не против. Ладно, пошли. А то тут уже перегаром пахнет. Козёла. До свидания. Алкоголь Хэнка не твое собачье дело, ублюдок. Ты взрослый человек. Где тут все? Раз и два. Перфекто. Мадам. Опять ты всякую гадость в рот тащишь. Мерзость какая. Мне бы тут не сболевать. Чувак. Всякую гадость в рот тащит. Твой андроид. Бе. Сильное повреждение. Ла-ла-ла. Смотреть жертву мы осмотрели? Осмотрели. По-моему, даже лучше, чем хотелось бы. Да и сюда. А где второй трупик? Мы патологоанатомы, походу. Сейчас будем вскрытие делать. Так, остановка сердца. Признаков кардиографических проблем нет. Сердечный приступ не является причиной смерти. Ага. Басарац. Так, признаки удушения и причина смерти удушья.
грандиозно. Так, Майк Грэм. Ага, рост, вес, предполагаемое время смерти 18-24. Ага. F. Так. Жертву задушили. Где у нас стаб? Это был не сер... Ну, естественно, не сердечный приступ. Но... Его задушили. Да. Ведь... Я видел синяки на шее. Мало ли, может, он, ну, пожестче любил. Требуется реактивация. Для доступа к памяти ее необходимо реактивировать. Ну, ты сможешь? Так ясен день. Она сильно повреждена. Если и смогу, то на минуту, а то и меньше. Успеть бы за это время хоть что-то узнать. Ух, готовьте. Нервы, сейчас будет жопа. Доброе утро, мадемуазель. Как дела? Не особо хорошо, да? Я вижу. Спокойно. Все в порядке. Мы хотим узнать, что произошло. Полторы минуты. Этот. Он мертвый? Ага. Ты его убила? Нет. Нет, это не я. Как все случилось? Он начал... Так. Бить меня. Ага. Снова. И снова. Понятно. Я просила перестать, он Вы не были слух... одни в комнате? Больше с вами никого не было? Он хотел играть с двумя девочками. Так он сказал, у нас было двое. Это была машина какой модели? Такая же, как ты? Блять, опоздали. Пищалька. Была еще одна машина. Угу. Больше часа прошло, она уже давно скрылась. Может Нет. быть. В таком виде сложно уйти незамеченной. Она может быть еще здесь. А девиантов среди местных андроидов ты вычислишь? Девиантов сложно вычислить. А, черт. Должен же быть способ. Да, у них на лицах написано, что они девианты. Может, свидетель, кто видел, как она выходила. Я пойду расспрошу менеджера, узнаю, что он видел. Будут какие идеи, сообщай. Угу. Найти андроида-свидетеля. Мадам вон та вот могла что-то видеть. Ну пошли к мадам тогда. Не, ну он заходил, может, пару-тройку раз. Такие клиенты болтать особо не любят. Как ваши дела? Приходят, дела свои делают и дальше. У нас предков пальцев нет. Нет. Вот печалька, а. Хочешь допросить, а предков пальцев нету. Та же модель. Что за глупости? Вы не подойдете? Нашел чего? Возможно. Тёть, открывайте дверь. Арендуйте эту Трейси. Да ты охренел, что ли, Конор? Нашёл время. Я прошу вас. Это важно. Ага. Сеанс в 30 минут стоит $29.99. Подтвердите покупку. Продолжаем. И как я потом буду объяснять расходы? Без понятия. Совершена. Клуб Рай желает вам приятного отдыха. Да, пожалуйста. А вы красавец. Идемте. Я вас отведу. Ну, а что теперь? Шо-шо. В память будем лезть. В. Так. Так. О, смотри, 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 смотри. Мадам, Трейси с синими волосами направилась к выходу.
Ага. В ту сторону. Выйти. Она ее видела? Это в смысле? Что видела? Там была модель Трейси. Она видела. С синими волосами. Клуб стирает андроидам память каждые 2 часа. Йохана У нас бабай. Несколько минут на поиск свидетелей. Йохана бабай! Как сильно ждать-то? Смотри, вон тот мог видеть что-то. Она же в эту сторону направилась, да? Алло, а смотри, что делать? Скажите, что передумали! Давайте вот это. Надеюсь, это... так сказать, подозреваемого. Так. Так. Ты никого не видела? Дамочка. Подозреваемый скрылся. Проверить другого андроида. Ничего, Так. Может, Лестом, вот это? Где-то я ошибся. Это уже самое дорогостоящее расследование в моей... Мадам, помогите с расследованием. Так, никого? Ту-ту-ту. О, смотри. Так, машина подошла, прошла по клубу. Так, и куда-то пошла в ту сторону. Вот в ту сторону, к этому синему, к этой синей хренотени. К синей хренотени вон туда. Машина видела эту Трейси, и куда она пошла? Ну что, застыл? Да я иду, иду, тут шифт не работает, тут везде... господи. И андроиды. Мадам! Help, please! Я знаю, куда... Так. Знаешь, куда она пошла? Видела? О, да, видела. Так, пошла в красную комнату. Восхитос. Хорошо. Погнались. Коннор, ты можешь бежать? А, пожалуйста, не ползти, а бежать. О, господи. Ну и кого теперь опрашивать, блин? Так, она пошла сюда. Мистер. Помогите в расследовании. Так. Дамочку видал? Такую дамочку. Такую прям дамочку. С синими волосами. Ты ж тут крутишься все время. Так. Проверить другого андроида. Нет. Так. Кто бы мог ее видеть? Наверное, кто-то из вот этих. Я снова потерял след. Мадам! Мы ее видим. Пошла в синюю комнату. Хорошо. Где синяя комната? Туда. Хорошо. Смотри, вот это должна была ее видеть. Так. Вверх смотри. Вперед смотри. Так, хорошо. Есть след. Спряталась в комнате. Хорошо. Пока успеваем. Туда. Тудыть! Тудыть и растудыть! Надо бежать! Машина покинула комнату. И куда она ее покинула, интересно мне знать. Месье, прошу прощения. Вы не могли видеть, куда та мадам пошла? Где мадам? С синими волосами. Не. Так. Предположим. Кто ее еще мог видеть? Нет. Я снова потерял след. Сколько денег уже вбухало? Никакого удовольствия. Сударь. А! Да подойди ты, господи!
Дядь! Видал? Тетку. О! Тетка. Пошла вот сюда, через дверь для персонала. Прикольно. Я знаю, где она. Тут. Охренеть! И вот он. Чтоб меня. Прям. Так, разыскать девианту с синими волосами. Стой! Чё? Тут я уже сам. Да ты охренел! Я всю работу сделал, а ты сам теперь. Обалдел, шо ли? Смотреть склад. Так, хорошо, продолжаем. Черт, опоздали. Что именно опоздали? Мадамы. Так. О, смотри, какая-то хрень сверкает. Что это за кнопка? Она бесполезная? Смотри, там что-то есть. Так, синяя жидкость. Ну не суй ты ее в рот, господи! Опять. Ага. Пора, как сломаются, выкидывают. Ага. Так, нам туда. Ой, ну нашел время читать, а? Так. Ну мы нашли, хорошо. Мы нашли журнал, но нам он совершенно без надобности в данной ситуации. Ты подойди ты, господи! Обойти, что ли, надо, а? Этим андроидом управлять невозможно. Зырь. Что-то можно. Что-то можно сделать. Упоминание об R9. Хорошо, где следующая? Желтая штучка. Зырь туда. Там что-то. Люди с ума посходили. Никаких отношений им уже не надо. Все заводят андроидов. Готовят, что хочешь, всегда хотят, когда хочешь. И никогда не выносят тебе мозг. В таком темпе мы вымрем к херам, потому что всем проще купить кусок пластик. Ну, раз проще, значит круче. Чем любить живого человека. Долбануться. Слезь отсюда. Чувак. Искать. Что-то искать. Следы голубой крови. Смотри, вот отсюда мы пошли, следами голубой крови. Зырь, туда? Туда. Оно пошло вон туда. Так. Ага, смотри. Опа! Та-т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 а! Что произошло? Стоять! Ох, япона мать! Что происходит? А-а-а! Стес! Ай! За что каблуками по жопе? Та-та-та-та-та-та-та! Ёкарно бабай! Почему лагат? Ай, ёкарно бабай! Да за что, а? А, С. Д. А, паника! Что произошло?
что происходит? Ёпарный маразм. Машины лезут, отлично. Быстро! А-а-а! Уходят! А ну стоять, ёкарный бабай! А-а-а! Уйди! Не надо меня трогать! Бабы! Уйди от меня! Ладно, путь пацифиста, путь пацифиста. Когда этот человек сломал тут Трейси, я поняла, мой черед. Мне было так страшно. Я умоляла его перестать, но он не слушал. Тогда я изо всех сил сжала ему горло и так держала, пока он не застыл. Я не хотела убивать его. Я просто сама хотела жить, вернуться к своей любимой, чтобы она снова прижала меня к груди, чтобы я могла позабыть о людях, о том, как они пахнут и что говорят. Идем. Пора. Да пусть идут, господи. В таком-то виде далеко не убегут. Все равно. Может, так даже лучше. Ага. А на этом мы, пожалуй, закончим серию. Довольно оперативно все прошли, без фейлов, без ничего. Но все равно длинноватое видео, наверное, получилось. Это был канал No Comments Paradox, игра Detroit Become Human. Услышимся в следующем видео. Пока!